В этом году у Красноярска будет 3 главные елки. Традиционно на нижнем ярусе театральной площадки. А около самого театра, к слову, уже начали заливать открытый каток. И впервые за долгое время елка и ледовый городок появятся на площади Революции. Но самой масштабной локацией станет остров Татышев. Там елка будет самой высокой в Евразии – 55 метров. Ее откроют 26 декабря. Кроме того, город украсят нестандартные 12 скульптур в рамках нового фестиваля «Арт-елка». И будет такая, знаете, возможность прогуляться по этим елкам, не только покататься на горках, посмотреть и так далее. Хорошая иллюминация и такая, знаете, мы дали возможность реализоваться архитекторам, дизайнерам, модельерам, которые был конкурс, около 100 человек приняло участие, и самые лучшие объекты мы поставим в городе Красноярске. Акцент во всех новогодних городках сделают на зеркально-световые эффекты. Дизайнер обещает много высокотехнологичных и интерактивных объектов. Помимо главных площадок заработают более десятка районных елок. Кроме того, всех четвероклассников города приглашают на традиционные мэрские елки. Всего в этом году планируют подарить 60 тысяч сладких подарков. В этом году все четвероклассники будут участвовать в парке, в новогодних мероприятиях в Magic Land. И, конечно же, новогодние подарки для всех детей с 1 по 4 класс. Акцент, сразу немножко так приоткрою завесу, конечно, будем делать, в том числе и используя наше главное событийное мероприятие, это Универсиаду.